اجي خذها يا حلاخل انت خذ اقرا يا داخل هذا يلا زكون ايه والبيج حد يشبه كب Mercredi, qui je dis? На празднике творческого коллектива «Молгобек» Республики Ингушетия. И мы с большим уважением представляем на сцене министра культуры Республики Ингушетия Марет Газиеву. Добрый день! Дорогие зрители, я приветствую всех, кто собрался в этом прекрасном парке. От имени главы Республики Ингушетия, всего народа Ингушетии, я желаю всем мира, добра, благополучия всем народам, которые проживают в этой прекрасной стране. Мы приехали сюда к вам с прекрасным коллективом, чтобы познакомить вас с древней культурой ингушского народа. Я хочу поблагодарить прежде всего за это. Посольство Российской Федерации в Королевстве Бельгии в лице господина Романова Александра Александровича с бельгийской стороны, господина бургомистра месье Пивана и, конечно же, представителя, руководителя Бельгийской Федерации русскоязычных организаций госпожу Эллу Бондареву. Я приношу огромную благодарность за предоставленную возможность выступать для вас сегодня в этом прекрасном парке. Хотелось бы несколько слов сказать
на родном языке, потому что здесь присутствуют наши земляки, ради которых мы по большому счету и приехали сюда, на бельгийскую прекрасную землю. Это хамсар мягкой. Это шабак день, что он только сделан татанулс. Это почаховый шабак туха. Шона шундук воздаха. Шун сапарат дахта. Шун воздуль хонда дахта. Цудаха ирис долыш. Барт болыш. Беркат долыш. Дукка чарыш кахалшу. Мочхан шут адвагы. Шун хозу мок. Шук хижж баша. Хошук хижж душа. Мяш дахалчу. Мяш дахалчу. Ху ногослу мэдячам. Уосту улул малатычам. Ху хушам баш. Ху ногослу. Дал сау долчин. Хижж беркат долыш. Мяш рыш дахалчу. Ху за вей мягкэ. Спасибо. Я хотела бы в память о сегодняшнем дне поблагодарить прежде всего человека, с которым мы осуществляли непосредственные контакты, и преподнести памятный подарок госпоже Элле Бондаревой. Прошу вас, Элла. Мадам Элла Бондарева, la présidente de Fédération Belge les organisations russes, Элла Бондарева, мадам. Давайте поаплодируем. Президент Федерации наших соотечественников Элла Бондарева. Спасибо большое. Дорогие друзья, на сцене вы сейчас увидите замечательный коллектив, ансамбль танца «Молгобек». Он получил свое название в честь родного города воинской славы. По праву считается лучшим самодеятельным коллективом республики. «Молгобек» – победитель международных фестивалей в Турции, Грузии, Румынии, России и Украине. Художественный руководитель ансамбля, народный артист республики Ингушетия Джабраил Богатырев. Мешер Зами. L'ensemble de danse «Молгобек». Il a gagné plusieurs concours internationaux. Le directeur artistique Jabrail Bogatereur. Ensemble de danse Margobek. И девичий танец исполняет женская танцевальная группа ансамбля Молгобек. Thank you.
avez vu la danse de jeunes filles. L'ensemble de danse Margobette.